22 июня 2022 года в 17 часов 58 минут в городе Калининграде по Советскому проспекту следовал автомобиль Volkswagen Polo под управлением 55-летнего водителя, который на регулируемом пешеходном переходе допустил проезд на запрещающих сигнал светофора и совершил наезд на 18-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения. Уважаемые водители! Подъезжая к регулируемым пешеходным переходам или перекресткам, двигайтесь, руководствуясь сигналом светофоров. Не спешите, не делайте необдуманные и крайне опасные маневры. Не нарушайте правила и будьте здоровы!